А я бы сейчас проедусь сперва. Гляну, сколько кого будет. Стрелков непонятно сколько. Чтобы убить, надо заспавниться сперва. А я не вижу, чтобы там кто-то из ботов заспавнился просто. Что-то боты не заспавнились. Может, они не сразу спавнятся, может, какое-то время надо. Да, они стрелять начали по мне, скорее всего. А, хотя нет, не начали бы стрелять. Так, включаем метки. Просто мне понять, сколько там ботов, блядь. Там, блядь, 3 или 4. Охуеть. Все, я не знаю, сейчас будем, ребятушки, тут прям... Хуй знает, на как мы тут будем их вывозить. Ребятушки. Я бегу, ты видишь, они как стреляют, блядь. Там 4 или сколько ботов, я не понимаю. Они очень близко под... Они в джаггернаутах все, во-первых, идут. Я попал, Он не хочет перезаряжать, потому что это... у меня еще здесь этот есть. Боезапас. Сейчас интересно. Ты против битвы гималов? Вообще интереснее, блядь. Я здесь. Дух первый. Абсолютно его не знаю. Сами не отстают, блять. Я просто помню, что сейчас я забегу в этот...
Нет, что не меня. Да, просто сейчас королю. Я их забрать не смогу. Ну, как готов, смогу залпать, пиздец. Ты готов залить. Если что, у него вода не была. Они потом бесконечные его запомнили. Они просто сломаются, они будут. Они такое чувство, что на бегу прям стреляют, понимаешь? Я просто в шоке от их меткости, блядь. Они меня пятером, сука, жмут. А, тут, блядь, неудобная позиция. Деревьями закрывается все. Кустами точнее. Я их, блядь, не вижу даже. Где они там? Они меня хорошо видят, а я их не вижу из этих кустов. Сука! Подошел через кусты, урод один. Я в него сколько раз попал в этом джаггере? Ему хоть бы хер, поняли? Минус один. Охуеть. Ебаный стыд. Он бежит. Минус два. Да я их пнул, подожди. Вальнул. Вальнул, блядь. А он с Ксюхой, короче, был.
Теперь их только отыскать теперь надо их, блядь. А чё, красавчик, еще должны где-то быть? Где-то еще должны быть. СВДха. Уничтоженная, сука. Так, еще где-то здесь должен быть один. Где-то же здесь я еще вальнул. Или нет? Одного не могу найти где-то. Сука. Да не, я в лесу забрал. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь был еще у меня на подходах один. Знает, ребят, не смогу найти, наверное. Где-то вот здесь один у меня еще был, но мне надо идти пробовать оставшихся там дроп забирать. Блин, ну мало времени, ну как бы вот сейчас вот заметьте, я от них это троих раскатил, там еще, по-моему, где-то два есть, не знаю, где они потерялись, блядь, ну где-то два еще есть, может, есть что-то еще с отдыха, блядь, сложно обстрелялись, маловато времени получается на дропчик. А 45 минут тебе сделал, ну, я помню, что я сейчас пытаюсь дроп, ну как бы интересно же всем, чем дропе, то есть я думаю, все равно же хочется же знаком, что на дроп можно залутать. Я СВД утонул. Да у меня сейчас не зайди тут. Сейчас не зайди, ребят, сейчас тут. Тут надо к себе манивать. Да, тут что-то с СВД, он пока что ко мне шел. На меня. Тут батон, батон полный, сколько? Сколько батон полный здесь? Ребят, я вернусь потом. Я вернусь за ним потом. Мне хочется дроп вот, посмотреть, что за дроп такой. Из-за чего столько были задания-то у меня получается. Охренеть тут. Сколько тут всего. Ребята, я первый дроп тут залутал. Сколько было тут боли, страдания и унижения. Блядь, первый дроп залутали.